Hello, друзья, с вами Steel Pro, и сегодня я покажу вам текстуру пака логи крафта для Майнкрафта Покетрейшн. Что же, этот текстуру пак изменяет нам все блоки, но к сожалению, текстуру пак не изменяет нам его. Что ж, давайте обратим наше внимание вот на такую красивую траву. Трава изменилась и стала довольно красивой. И да, этот текстуру пак очень уникален, потому что здесь сочетается качество и низкий дизайн. Я не знаю, как это назвать, но здесь сочетается наоборот качество дизайна и низкое качество, как бы так сказать. То есть текстур пак выполнен всего лишь 16 бит. Да, это очень маленькое разрешение и подойдет для слабых ПК. И на листовую мушку не обращать внимания. Вот так у нас, кстати, выглядит дерево. Дерево тоже очень детализированное, очень красивое. Это здесь просто очень красиво все выглядит. Но, к сожалению, как сказал, здесь нам не изменили никаких мобов. Но с этим текстуру паком вы можете совершенно изменить ваш Майнкрафт. Ну что ж, давайте здесь, наверное, обратим наше внимание на камень, на такой тростник и, конечно, на цветочек. Да, редко бывают текстуры паки, в которых хорошо пририсованы текстуры цветочков, да, как вы знаете, потому что видели много моих обзоров про текстурпаки, в которых цветы маленько багнутые. Да, первый раз вижу летающий остров. Это у нас ель. Кстати, ель тоже очень красивая, и если честно, их не листов мне напоминает текстурпак Fine Tool. Но те, кто играл с этим текстурпаком, поймут, опять же, о чем я говорю. Ну, вода просто прелесть, вода прекрасная. Ну и сам Майнкрафт стал очень красивым. Ну и, как я сказал, к сожалению, жители... Другие мобы, курицы, свиньи, зомби у нас не изменили. Вот такой маленький зомби, и он тоже не изменился. Вот там вдалеке, да, вдалеке ходит свинья, и она тоже не изменилась, да. Только изменились блоки, к сожалению, это так. Также можно рассмотреть болото, вот такое у нас красивое болото. И да, к сожалению, ваши текстуры будут без шейдеров. Шейдер установил, это я сам лично. Что ж, у меня почему-то маленько дергается кадр, я не знаю, с чем это связано, но сейчас вроде все стало нормально. Ух ты, что же, я вижу далекие земли, но, к сожалению, это не так. Это баг, всего лишь баг ограниченного мира. Ух ты, что же я сделал? Как я сломал? Это как? Я сломал блок за этим миром. Ну, это возможно так? Я не знаю. Но это просто чудо какое-то. Чудо появилось у меня. Что же, здесь очень много берез, и на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.